Друзья, меня зовут Руслан, вы на канале GBG, и это, собственно, неделя даунов, в плане того, что испытание, в которое вы с даунами не пройдете. Я скажу так, я уже попробовал, я специально создал игру с ботами, да, то есть изначально стартанул с ботами для того, чтобы вот как раз корона была у меня. В чем фишка этой короны? Вот я чувствую боль, случайно игрок получает вдвое больше здоровья, однако весь полученный командой урон перенаправляется ему. Его смерть означает конец миссии. То есть, ребята, здесь все члены отряда, кроме тебя, допустим, ну, человека с короной, они бессмертные. То есть и весь урон, который они получают, перенаправляется, собственно, тебе. В чем проблема этой миссии? Эта миссия легко проходится медиками. То есть, да, когда у вас состав медиков, вы постоянно бафаете пистолетом вот этого чела, который получает урон, на нем висит вечный баф, и он, собственно, может спокойно проходить эту миссию. То есть, весь урон перенаправляется в этот баф, в это дополнительное ХП, и, как бы, вы не умираете, он просто стоит где-то вдалеке, чтобы его не били, чтобы он мог бафаться или там вообще рядом, вот как я только что проходил, чтобы вы понимали, я проходил за медика, потому что здесь у нас народная медицина, на протяжении всей миссии вы не найдете аптечек. То есть, единственный вариант найти аптечку, это ее выбить скиллом медика. И внезапная смерть, когда ваше здоровье достигает нуля, вместо потери боеспособности вы сразу умираете. Вот это все распространяется только на чела с короной, потому что, в принципе, ребята, здесь уже, как видите, его смерть означает конец миссии, а так как он получает весь урон, то есть умирают все сразу. То есть его уже поднять нельзя, в плане здесь и так это сказано, и вот это вот еще как дополнение, да, идет. Сейчас я опять попробую пройти, ребята, но я играю соло, я не играю в какой-то пати, да, и миссия реально сложная, потому что мы проиграли только что, потому что челик забрал мои пистолеты. Он посчитал, что гранаты на стрелка важнее, чем пистолеты на медика, который получает весь урон. То есть, и просто-напросто я не смог танковать вот это все дело. Потому что эти челики, ну, на самом деле, они чувствуют то, что свое бессмертие, скажем так, вот эти дауны, да, они понимают, что они не получают урон, то, что он может стоять в толпе и спокойно эту толпу танковать, а урон получает кто-то другой. Собственно, давайте стартанем. Здесь я сейчас стартану соло. С ботами, ребята, я пробовал, думал пройти с ботами, потому что, ну, боты все-таки, да, бывает такое, что как-то не работает корректно вот эта вот система испытаний на ботов. Но боты все равно, когда получают урон, он весь перенаправляется тебе. Поэтому это как бы себе такое удовольствие. Здесь берем кого-то, да, какого-то персонажа, берем мужика с топором. Класс у нас будет медик. Ребята, и здесь, о, нихуя себе, мне нашло какое-то пати уже, да, которые ребята играют, и сейчас, скажем так, надо будет лечить. Я так понимаю, что вот этот медик, который играет здесь, то есть он как раз и создал игру, и пытается ее пройти с короной. То есть и сейчас на датчик, раз чтобы этот медик не получал урона, то есть максимально бафать его пистолетом. Здесь как раз начало миссии, самое начало, да? Кто у нас с короной? Я что-то не могу понять. Ребята далеко убежали. Берем сигнальный. Пусть будет. Интересно то, что не показывается корона. А, вот, у Войса она. Войс это у нас... Войс это у нас как раз медик. Собственно, Войса надо бафать по КД. Для того, чтобы не отъехала вся команда. У меня баф получше идет, чем у него, поэтому я думаю, что имеет смысл мне тоже набрать вот эту вот всю херню. Поскольку у меня тупо у левел больше плюс престиж, у меня дополнительно идет на пистолет фишечка. И надо будет просто вот этого челика беречь, как я не знаю что. Чтобы на нем вечно был баф, чтобы у него было вечно все хорошо. Ну и, конечно, не встревать. Берем пулемет для того, чтобы потом, собственно, выбить аптечку с помощью этого пулемета.
по-другому не получится. Топим к ним. Что у нас? Арбалет и ПП. Возьмем арбалет. Хотя, в принципе, ребята, у меня сигнальные. Это будет все сильно слабенько, скажем так. Здесь сейчас проблем быть не должно. Есть пробивной. Отлично. Убиваем вот эту всю херню, да. Я сейчас возьму заряд. Его даун взял заряд. Вот обратите внимание, кто он? Где он, блядь? Кто эта баба? Это палач. Нахуя получу вот этот заряд, когда, в принципе, есть два медика и, собственно, супер важен этот баф. Сейчас этот палач, на самом деле, ребят, в этой миссии палач это, ну, настолько плохо, это, ну, фактически руинер, потому что палач, он в любом случае танкует, получает урон, и весь этот урон просто перенаправляется. Я вообще не знаю, каким надо быть дауном, чтобы зайти на палаче в миссию, там, где нельзя получать урон. Потому что палач, палачу прикольно, когда он с медиком, когда медик его бафает, это да, он, собственно, что-то может сделать. Активировали ловушку, это плохо. Давайте-ка я по-хорошему сбегаю. Так, чувак. Почему ты, блядь, без бафа? Там забрали всю эту херню? Или еще есть? Пулемет мы оставляем. Аптечка у нас есть. Пулемет это супер важно. Это на конец игры. Или если там прям кто-то встрянет. Да-да, мы его активируем. Здесь бежит толпа. Я с этой ебаной узишкой вообще что-то не решаю. Здесь есть что-то? Дробовик. Давайте дробовик возьмем. Я не знаю, потому что это УЗИ вообще не тащит. Она просто урона нихуя не носит. Дробовик, кстати, у меня этот нихуя не прокачан. Я вообще... Здесь фишка в том, что, ребята, первый дробовик, он такой же, как этот. Ну, в плане по урону. Там он не особо отличается, поэтому, в принципе, как-то... Я не особо на нем много наиграл. В принципе, можно взять подрывника, взять ему дробовик, докачать, но такое. Так. Кого он? Что он, блядь, делает, нахуй? Не знаю, нахуя он это сделал, на самом деле. Это как-то супер странно, я бы так сказал. Давайте взорвем эту хуйню. Здесь должен быть дроп. Для дефа. Отлично, есть автотураль. Микро ПП, ну возьмем микро ПП, оно получше. И сейчас надо искать пистолеты, чтобы бафать этого челика. В принципе, неплохо, что он их взял. Он все-таки может лучше контролировать, но я стараюсь его держать все время под бафом. У меня престиж дает, собственно, продолжительность вот этого бафа. Так. Здесь есть револьвер. Нахуй никому не нужно оружие.
Блять, нахуя вот он тратит заряды? Я не могу понять, нахуя он тратит заряды. Здесь заряды надо тратить тупо на себя, ни на кого больше. Так, что он там жив? У него все неплохо вроде. Берем УЗИ. Отлично. Все, идем дальше. Ребят, если вы будете проходить это в соляру, берите медика, чтобы на вас был была вот эта вот корона, и просто-напросто лечите себя нон-стоп. Все шприцы забирайте. Абсолютно все, что можно забрать, берите сами. Потому что если вы умираете, собственно, пиздец всему. И вот этого чела надо беречь, как я не знаю что. Не то, чтобы беречь там, да, вот как-то выручать его, чтобы он урон не получал. Открываем это дело. Я надеюсь, я найду. Отлично. Восстановили пистолет. Есть на супер ПП. Это просто охуенно. Ты что, у меня это... Серьезно? На кого? Где, чел? Блять. У нас реально тупо проблема. Так. В целом все неплохо. С исключением того, что у меня нет шприцов, мне надо как-то бафать или найти кого-то особенного. Кого там карта? Блять, пиздец, они не подошли еще к этой хуйне, что ли? Полный пиздец. Просто полный пиздец, я бы так сказал. Что ж, ищем ебаный ключ. Я скажу честно, я думал, что уже активировали эту хуйню. Активировали ее давно и так далее. А никто этим не занимался. Все побежали какой-то хуйней заниматься, но точно не искать ключ отлично. Есть эта хуйня, можно бафнуть челика. Так, здесь больше нихуя нет. Где он, сука? Так, он жив, у него все неплохо. Отлично, отлично, все заебись. В принципе, ребят, моя задача просто контролировать, чтобы у этого, вот у него было все просто охуенно. Ладно, бафаем его и пиздуем в газ. Нихуя здесь нету. Что ж, сбегаем туда. Сейчас надо, чтобы выносливость восстановилась, чтобы я мог бегом бежать.
что там челика? На, у челика все нормально. Я сейчас отъезжать буду. Надо бафнуть, чтобы он не получал урона. Где эта хуйня? Вон она. Я что-то уже нас затупил, блядь. Там, в принципе, есть эти хуйни с бустом. Забираем эту хуйню. Пусть он берет вторую. Он забрал, блядь, или это вот этот хуй забрал, блядь? Бесполезный. Так, а здесь сейчас надо топить. Он под бафом, поэтому у нас все неплохо. В любом случае, если кто-то будет терять столб, то я успею его вылечить. Отлично, подкосили. Бля, где он? Где он, сука? Там, как видите, он просто дохуя урона получил. Там фактически весь баф просто пропал. Кто остался позади? О, челик. Баба бежит. Не успел его убить, блядь. Хуёво. Look, I bet that vent leads back to the train. Hey, Deshaun. Look here. Ребят, вы спросите, какого хуя я ему не отдаю эту херню, потому что она у меня просто больше восстанавливает, и она, скажем так... И она у меня дольше держится за счет престижа и перков на продолжительность, и у меня баф сильнее, у меня все перки на силу бафа идут. Убиваем этих пиздюков. Let's flip the door switch and get the hell out. Defense kit, over here. Robotic death machine, baby. Reloading. Bomber coming in. Отлично. Так, здесь еще стационарный пулемет есть. Поставим его здесь, чтоб он... Давайте здесь его поставим посерединке. Возьмем патроны. Так, в целом у нас все неплохо. Все, бафаем его. Потом я запишу, ребята, на сложном уровне это дело. Мне кажется, там будет вообще какой-то полный трэш. О, все, пулемет пиздец.
кто-то урон получает, надо его бахнуть. Отлично. Как раз восстановил шприц. Все, шикарно. Защитили. Безуки здесь и начинают кучковаться. Где? Где? Его убили, отлично. Пойдем за патронами. Берем пистолет, и скоро это все кончится, в любом случае. Вот и все, ребята. Собственно, в следующий раз посмотрим, как это проходит на сложном. Я надеюсь, будет реально прикольно. Я надеюсь, конечно, на какую-то адекватную команду. То, что я не буду там потеть, как я не знаю что. И потому что даже на нормальном уровне сложности, я скажу, я вот это прошел не с первого раза, потому что очень часто люди просто-напросто забирают вот эти вот пистолеты, которые нужны для прохождения этой миссии. И скажу так, что если вы здесь не берете медика, вы вообще стартанете без медика, потому что, ну, людям объективно похуй. Он играет там на стрелке, и все, ему больше ничего и не надо. И пришло время пройти на сложной. Вот эту вот хуйню я сейчас стартану сам. Стоп, мне уже нашло какую-то катку. Давайте-ка сыграем с этими ребятами. Я так подозреваю, что команда эта адекватная. Там вон... Мракароны, что-то такое, не знаю, возможно, все у нас и прокнет. Я на самом деле хотел стартануть соло, чтобы получить эту корону, потому что, ну, мне проще, скажем так, да, не проигрывать, нежели другим, потому что здесь, опять же, ты в наглую можешь там рассчитывать на вот эти вот какие-то шприцы, да, вовремя их себя вкалывать, когда ты видишь, что он супер быстро заканчивается. Меня уже подключило хуй знает куда. Собственно, давайте-ка пробуем это все дефить. Блять, это уже вообще конец, нахуй. Я сейчас все это пройду в пизду. Где этот мрака кто-то? Бафаем этого мрака. Здесь какая-то пушка должна быть. Есть винтовка. Берем винтовку, потому что, ну, это полный пиздец. С этой УЗИшкой, блядь. Забираем. Все же можно забирать. Здесь какой-то хуй ползет. Что здесь есть? Что здесь есть? Автомата. Не мое это все. Перезаряжаем турельку. Вроде все неплохо, блядь. Вроде все, даже отлично. Здесь единственное, что пиздюки ползут. Они спасаются бегством от этой вот хуйни крутящейся. Все, орда уничтожена. Что ж, вот такая серия получилась короткая, блядь. На самом деле, мне как-то даже и обидно, ребята, за то, что вот так вот оно все.
Но, во всяком случае, вы уже знаете, как это все дело проходить, то есть это достаточно easy, при том, что если брать вообще всех медиков, которые будут восстанавливать шприцы, там, об особых зомби, или там об волну, то получится это все вообще, ну, пиздец как просто. Что ж, получили мы вот и голду, и синие, то есть... Что ж, надеюсь, было интересно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк.